ASICS GT2000 – тренировочная модель для бегунов с избыточной пронацией. Супинатор, жесткий задник и пластиковая вставка в средней части подошвы борются с боковыми завалами стопы. Перекат с пятки на носок будет ровным и стабильным. В задней внешней части подошвы есть гелевая вставка, которая смягчит ударную нагрузку при приземлении. Конструкция носка комфортна для людей с косточками на ногах, потому что не имеет швов и жестких элементов в районе суставов. Если сравнивать с более низкой моделью GT1000, в 2000-й больше амортизации. Это связано со вставкой упругой пенки FluidRide в верхней части подошвы. Супинатор, расположенный под ней, меньше ощущается, кроме того, он ниже. Лежать комфортнее, но и поддержки от избыточной пронации меньше. Более технологичные материалы верха и подошвы снизили общий вес кроссовка на 10 грамм. Они весят 320 грамм при размере 9S, перепад 10 мм. 2000-е неоднократно становились победителями различных тестов в номинации «Беговая обувь с поддержкой».